готово, нет? Что? Тяните. Валерий Александрович. Сейчас. Нас зовут на тяжелый труд. Бураки на Волге. Нет, это лебедка. Давай, лебедка, которую Дмитрий Олегович нам обещал. Я, говорит, вам лебедку привезу. Лебедка, вот вам лебедка. Главное, нога руками тащите, это будет лебедка. Это все или еще там? Еще один. Ну вот. Еще. Приподнять? Приподнимется и прокатится. А это уже при помощи. Иван Михайлович, а вот по верхней доске там рубероид закрепить, ленту надо пропустить до сих пор. Закрепим. Не сделали. Ощущение, как там не говоря. Вот еще есть. Дим, ага. Есть, давай тут вот так. Это тоже вот так немножко сюда поднять, а это сразу следить. Для того, чтобы готовиться к занятиям, то есть Попов загорает, загорает. Право отдыхать. Хорошо отдохнувший преподаватель. Это хороший преподаватель. Плохо отдохнувший преподаватель. Это плохой преподаватель. Наоборот, он злой и принципиально относится к студентам. Кто? А нет. Если ваша нога соскользнет, то вы будете скользить, скользить, скользить вниз. Ты можешь попробовать? Ну что, товарищи, поздравляю вас с удачным завершением, Михаил Васильевич, два слова. Значит, сегодня ударная бригада в составе товарища Герасимова Ивана Михайловича, товарища Шилова Дмитрия Юрьевича, товарища Олега Евгеньевича Попова, главного генерального конструктора Валерия Александровича, который железной рукой провел в жизнь то, что было сконструировано им лично. Вот, и присутствующие здесь президенты фонда рабочей академии Попова Михаил Васильевич завершили длительный этап восстановления крыши второго здания. Еще товарищ Денисов был с нами. Да, кроме того, нам, значит, большую помощь оказал Денисов Дмитрий Олегович, который, так сказать, если бы не он, так сказать, некому было бы подавать снизу, так сказать, обеспечивать всю необходимую работу, начиная от, так сказать, поставки материалов и кончая приготовлением обеда. Так что вот в таком составе мы завершили ту длительную работу, в которой участвовало очень много человек. В основном члены Рабочей партии России, которые провели в общей сложности 7 субботников. И вот за эти 7 субботников в течение лета и части сентября, осени, сделали ту работу, которую, в общем, у нас эти люди, может быть, профессионалы, так быстро бы не сделали. Работали все очень хорошо, не считаясь со временем, не считаясь даже с тем, что и шел дождь. Хотя погода нам в остальные дни помогала, сегодня уже начала мешать. Ну, начала она мешать, а мы в это время уже закрыли. Так что вот на сегодняшний день, вот то, к чему мы очень долго готовились, а ведь нужно было сделать стропила, нужно было сделать обрешетку, нужно было закупить очень большое количество материалов, потратить на это очень много средств. Вот, и закупить все, не все, что необходимо для того, чтобы покрыть. И вот, наконец, сегодня был финишный день. Поэтому я хочу поздравить всех, кто относится с уважением к историко-культурному наследию, кто уважает Владимира Ильича Ленина и его соратников, кто понимает, что эту память нужно хранить. Можно сказать, что вот сегодня сделан такой шаг. И можно сказать, что люди, которые что-то хотят восстановить в России, пусть хоть что-нибудь восстановят. Потому что у нас сразу хотят восстановить социализм, СССР. А вот когда необходимо хоть что-нибудь восстановить, нам тут никто не мешает восстанавливать, не сильно никто не помогает, но восстанавливать никто и не мешает. Поэтому надо, так сказать, не только призывать, но и делать. И вот это сделали люди своими руками. Я хочу всех с этим поздравить. Это большое крупное событие.